Юль, у тебя сегодня такой образ, вообще чем он символизирует? Образ ничего, какая есть, такая есть. Никогда ничего не планирую, не думаю, не придумываю. Что, какое настроение, так и веду, одеваюсь и все остальное. Ну что даже значит твои перчатки кожаные, твоя шапка? Я очень люблю кожу, я очень люблю черный цвет, клепки и вот это все остальное. Это мой своеобразный фетиш, поэтому здесь просто так сегодня захотелось. Ага, слушай, я не знаю, спрашивали тебя или нет. А ты вот если выиграешь DJ Battle, что ты сделаешь с призовым фондом? Ну, вложу, не знаю, его в себя все-таки. На дальнейшее развитие именно направление диджейнга. Ты будешь дальше работать со стилем брейкс? Думаю, да. Скорее всего. Я не загадываю, потому что стили уже поменяла как минимум 3 за вот эти вот 2-3 года. И дальше загадывать даже боюсь. То есть сейчас я это чувствую, я это играю. Что будет дальше, не знаю. Но, скорее всего, все-таки, по моим предположениям, думаю, что да. То есть ифриты играют музыку для души, а не то, что слушает, ну, грубо говоря, то, что в мейнстриме в данный момент? Ну, я не скажу. Брейкс сам по себе стиль, который медленно, наверное, набирает репутацию вверх. Пускай он идет, но все-таки он более становится уже распространенным, и как-то людей потянуть именно в клубной культуре все ближе и ближе. Все больше народу собирается, он как-то захватывает. Поэтому я не скажу то, что, может быть, через даже тех же лет 5 брейкс и будет мейнстримом. Поэтому... То есть брейкс сделает там тек-хаус, техно? Вполне возможно. Так же, как в свое время сделал хаус там вот именно техно и все остальное, как стили переходят. Поэтому все может быть.